время 10 часов. И вот какая уже заполняемость пляжа. Все лежаки практически заняты. Происходит анимация, ну, акваэробика, зарядка, вышка спасательная. Ведут наблюдение за купающимися. Сегодня, правда, солнышко вот такое вот. Какое-то, как в дымке, небольшие такие облачка. Но тепло. Сейчас 22 градуса. Вода, наверное, столько же. Днем она прогревается 23-24, если солнце 25. Там дальше уже территория другого отеля. Ну, в принципе, можно пользоваться.